Всем привет, дорогие мои подписчики и кто смотрит это видео. И вот и подходит к концу 2015 год. Этот год принес мне и горе, и радость. В начале года я потеряла маму, а в конце приобрела внучку. Мой канал благодаря вам развивается, и нас уже за этот год большое количество. Цифра приближается к 13 тысячам. Тематика канала расширяется. Пишите пожелания, комментарии. Я очень рада с вами общаться и всегда буду с вами. А в новом 2016 году хочу вам пожелать. Побольше времени проводите с семьей. Ведите здоровый образ жизни. Не переедайте и не напивайтесь в праздничные дни. Достигайте намеченной цели. Любите братьев наших меньших. Пусть в счастливые и тяжелые моменты жизни с вами всегда будут ваши близкие. Почаще улыбайтесь и будьте добрыми. Пусть в вашей жизни будет столько счастливых моментов и столько счастливых дней, сколько на этой елочке огоньков. Отличного настроения в новом 2016 году. До встречи! Новый рік щасливим буде! Вірте, вірте в диво, люди!